четверг я, ваш покорный слуга Хоббит, вместе со съемочной группой посетил первый в этом году Open Air концерт группы Алиса в парке культуры имени Горького. Обстановка была самая что ни на есть теплая и зажигательная, несмотря на то, что на улице все еще холодно по вечерам. Алиса выступает в Москве два раза в год, что вовсе не мешает поклонникам творчества Константина Кинчева и компании разъезжать своей любимой командой по всей стране и устраивать шоу. Армия Алисы не подкачала и на этот раз. На концерте было все, и фейра, и зал, который скандировал «Мы вместе», и даже поклон уважения перед исполнением песни группы «Кино» «Спокойная ночь». Музыканты два раза выходили на бис, взрывая зал проверенными хитами, а также старыми добрыми композициями группы «Кино». После выступления нам удалось пообщаться с Константином Кинчевым о звуке, о планах на летние концерты, а также о других интересных. По моим ощущениям, был хороший звук, я не знаю, как в зале, но... Да, и вот это как раз несколько расхолаживает, то есть я привык с преодолением, когда вот ничего не слышно, когда нервяк, тогда вот получаются такие ядерные концерты. На нашествии, я не знаю, поставят нас последними, значит, мы, конечно, отыграем последними, но ну, посмотрим, не знаю. Хотелось бы, конечно, первыми сыграть и дальше поехать. Безумием могу вспомнить прошлогодний концерт на байк-шоу в Гатчине, когда ничего не работало. Работал один басовый комбик и микрофон, опять же, у бас-гитариста. И полтора часа танцы, театр мимики и жестов был. То есть там это на поле, где не позвучены барабаны, которые со сцены там еле доносились. И... уважаемая публика осталась в восторге. Всем очень понравилось. Они все пели, а мы час вот этого позора выдержали на сцене. Огромное спасибо за поддержку, за участие все те, кто сегодня был на концерте. А всем тем, кто на концерте не был, колоссальный человеческий поклон и надежда на то, что мы в ваших городах увидимся. Может быть, не вскоре, с кем-то, может, вскоре, с кем-то, может, еще и не вскоре, но все равно увидимся. Мы вместе.